В МЧС напоминают об элементарных правилах поведения. Чаще всего пожары происходят из-за старой проводки и нарушения эксплуатации домовых печей. Прибыльный семейный бизнес чувашии пресекли накануне сотрудники наркоконтроля. Семейный клан подозревают в сбыте наркотиков синтетического происхождения. Участники преступной группы распространяли и сами употребляли так называемые синтетики. В качестве курьеров преступную деятельность члены семьи вовлекли даже несовершеннолетнюю. Задержались по личным предприимчивых родственников в момент сбыта. Сейчас на них возбуждено несколько уголовных дел. Ведется следствие.